Всем здорово! Сегодня у нас на обзоре автомобиль Audi A4 в кузове B8.5 2013 года. И перед тем, как рассказывать про данный автомобиль, хотелось бы напомнить один момент, что компания Audi на протяжении долгих лет и долгого времени всем показывала, что они много чего могут и со своей системой полного привода, Quattro. И то, что им не обязательно перед тем, как выгнать машину с салона, вешать на нее шильдик РС и показывать какое-то хорошее время. Они также делают это в гражданских автомобилях. И на примере данного автомобиля с 2-литровым мотором мы вам скажем, сколько вы можете снять с нее сил с минимальной потерей ресурса двигателя. Данный автомобиль находится в комплектации S-Line как внешне, так и по салону. Комплектация S-Line отличает его от обычного автомобиля тем, что стоит более агрессивный бампер, стоят пороги и стоит совсем другой диффузор в заднем бампере. S-Line комплектацию можно назвать своеобразной M-пакет или AMG-пакет от Audi. Также здесь выполнен антихром завода. Если ты ездишь на Priory, это Black Edition. Если ты ездишь на BMW, это Shadowline. Если ты ездишь на Mercedes, то это колхоз. Также владелец поменял диски. Диски поставил на зимнее время года. Они, сразу я вам скажу, это реплика, не оригинал. Сзади не хватает чуть-чуть проставки, потому что колесо варки. Но так эти диски дали ей очень боевой вид, цвет сгармонировал с автомобилем. Основной момент, почему мы взяли именно данный автомобиль, хранится у него под капотом, это его двигатель. Здесь установлен 2-литровый двигатель, это Gen 3, 4-цилиндровый рядный турбобензиновый мотор. В стоке этот мотор выдает 225 сил при крутящем моменте в 350 ньютонов-метров и едет этот автомобиль 6,7 секунд до 100. Но на данном автомобиле уже сделан чип-тюнинг, это Stage 2. Здесь установили интеркулер от фирмы Wagner Competition, это одна из топовых фирм, которая занимается именно интеркулерами. Также сделали чип-тюнинг двигателя, чип-тюнинг коробки. И этот автомобиль поехал совсем по-другому. Уже приблизительная мощность данного автомобиля выросла с 225 сил до 330 сил, и крутящий момент с 350 ньютонов-метров вырос до 500 ньютонов-метров. И этот автомобиль стал ехать 4,5 секунды до 100. Это лучшее время, которое он показал. Также в ближайшее время уже основные запчасти, можно сказать, заказаны. Этот автомобиль ждет Stage 3. И в Stage 3 он уже должен выехать из 4 секунд. И тогда мы еще раз вернемся к этому автомобилю и покажем вам в теплое время года, когда будет плюс 6, плюс 10, как он едет от 0 до 100. По салону данного автомобиля все просто. Это Audi в комплектации S-Line. Здесь стоят сиденья. Очень такие удобные сиденья. Знаешь, когда смотришь салон Audi где-нибудь на фотографии или на видео, никогда тебе не передастся то, какой он на самом деле четкий, классный, какое качество материала. Здесь сиденье комбинированной кожи с алькантарой, на вставках на дверных картах алькантары. И также владелец поменял руль, он поставил руль уже от Audi A4 в кузове B9, это уже новое последнего поколения. А так в целом здесь больше ничего сверхъестественного нет, ничего тебе здесь не показывает, что ты в какой-то спортивной машине. Здесь все просто, как в стоковой машине, единственная на руле табличка S говорит тебе о том, что это комплектация S-Line. Вот и все. Can't go wrong. Can't go wrong when it's straight from the heart. You can't go wrong. If it's a real ride, then you can't go wrong. Can't go wrong. Также здесь установили прибор консенсор, в нем особой нужды нет, но с помощью него ты можешь всегда там в реальном времени наблюдать там детонации, если у тебя там плохое топливо залил, угол там надув, все там
Необходимые параметры он показывает. Цена такого прибора 5000, но цена самого тюнинга Stage 2 около 110 тысяч, не считая этого прибора. Если ты решил сделать Stage 2, то знай, это стоит 110 тысяч, но это будут самые хорошие компоненты, самые топовые компоненты для данного автомобиля. Данный автомобиль в условиях данной погоды, это 1.5 градуса на улице, и то, что он на зимней резине, показал 4,7 секунд до 100. Но если поставить летнюю резину, а летняя резина на данном автомобиле это Michelin Pilot Sport 4, то он поедет 4,5 секунды, про которые мы говорили, но так как сейчас нецелесообразно просто перекидывать резину для того, чтобы показать замер, мы вернемся к этому делу. Когда будет потеплее, когда уже на данном автомобиле будет Stage 3, и покажем совсем другое время. И что хотелось бы сказать в конце про данный автомобиль, что этот автомобиль подойдет для человека, который мечтает об Audi RS6 и которому нравится езда по прямой, так сказать, по рельсам. Это будет логическая его цепочка к приходу именно к Audi RS. Потому что он купит Audi A4, 225 сил, поездит, ему станет мало, он сделает Stage 2, поездит, ему станет мало, он сделает Stage 3, поездит, ему станет мало, и там он уже накопил и купил себе Audi RS. Также этот автомобиль подойдет для молодого пацана, который кайфует от быстрой езды, но родители ему запрещают быструю машину. Также он берет Audi A4 на 2 литра, делает Stage 2 и едет очень быстро, хорошо вперед. И данное видео еще могло быть полезно людям, у которых уже есть Audi A4 и которые уже пришли к тому, что им мало мощности, и они даже не знали о том, что может их не автомобиль. Поэтому сделайте Stage 2 и кайфаните от своего автомобиля. Все работы по тюнингу данного автомобиля производились в Chip Power Center. Также, если вы хотите сделать чип-тюнинг своего автомобиля или обслужить свой автомобиль, обращайтесь к ним, ссылки на них мы оставим в описании. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Тебе огромный респект и удачи, пока!